Вот ты где. У них свадьба во вторник. Но во вторник его здесь не будет. Утром он отправится в место похуже ада. Мы аккредитованные водители из Красного Креста везем медикаменты в Нанджинг. Боже, да ты спятил. Китай. Простор для художника. Но я плохо рисую. Сегодня ты спасал жизни, Джордж. Конечно, ты не тянешь на героя. Взгляните вокруг. Им нужен кто-то, кто заставит их хотеть жить. Джонатан Риз Майерс. Ты самая храбрая и красивая женщина, какую я когда-либо знал. Рада Митчелл и Чоу Юнфат в исторической военной драме «Дети Хуангши». 28 февраля в 20:00 в эфире ННТВ.